18 градусов. Сегодня у нас вторник, февраль месяц 2018. И по просьбе одного из подписчиков я пойду его сегодня записывать в очередь в посольство на завтра. Список для записи появляется в 2 часа дня. И это как бы хорошо. Вот. Приедет он завтра 7 числа, 7 февраля. Поэтому записать его нужно после 2 часов на завтра. Намело снега, конечно, красотища. В парке. Вот. Деревья поломало очень хорошо. Но, тем не менее, минус 17-18 градусов. Это нормальная погода, сухо, хорошо, ветра нет, можно гулять. Упала елочка от снега. Вот такая красотища в парке. По пути на работу.